Одна рожка на центр, вторая по берегу просвечивает. Либо кусты там встань, либо катайся там аккуратненько. Троечки, шестерочки сюда накатываем, сюда сводочка. 50-100 пока в домике уходим по краю в цему, вот сюда подъезжаем, сюда сводочка. Из домов только что было за что спрятаться. Бой начинается. Не, просто там такая карта как бы, ну тяжелее сюда можно размотать там. Ламбер тебе в пешку. Важен. Поэтому как бы типа мы должны были убить всех лутешек. Тяжи там должны были героически умереть, нанеся кучу урона. То есть строчек спит. Там решили ущелье рушить? Не исключено. Либо дыхать. Ты проходим город? Не надо. Никакого же. В целом возвращайся уже сюда, тяжки разворачивайтесь. Щелицу. Так, соточки вдвоем чуть-чуть поближе, сюда ружка полностью. Вот если проверь, вот это на угол сюда. Могут, сейчас узнаем. Два варианта. Убедимся, что их нет в ущелье, и тогда будем выкуривать. Срочка, не торопись. Эта ружка до угла доедешь, если здесь ничего нет. Здесь ничего нет, так что здесь выгляни, посмотри. Аккуратно. О! Соточки разворачиваемся, естественно. Соточки, возвращайтесь к нам. Здесь приемочка аккуратно. В ЦМ можно направо проскочить, удобнее будет. Троечка на фокус. Открываем. Первую сразу освободили, 250 забрали. Ну, с высотками перемещали, жопу не было. Успехи не ехать. Быстрее всех убьем. Хотя они что-то как-то пассивно. Да они что-то как-то вообще пассивно сегодня. Одна сотка, сворачивай налево, проходи по кишке, я слышу. Во-во, полезли. Здорово, чё, катаетесь чё? Здорово, катаем. Сейчас меня заменишь. Русский, чё вы там справляетесь? Нет. Сейчас, собственно, подойдем. Ага. Торопитесь, не отгребайте. Вы справитесь вдвоём, я надеюсь. Да. Ну, русский не лезет, только там лезет. Я уже подъезжаю. Ручка тут и сам справится, если неплохо. Скорость движения и поворотов снижена. Чуть же поехали добивать. Поезд. Будете шестерочка, давай вперед, вперед, вперед. Я, короче, на заходе встал. Своему поджимайтесь налево. Чеканавт, держи. Одна троечка набираем. Британца добираем.